Так уж сложилось. Чуть неприятный запах появляется в городе Щелково. Главный подозреваемый – щелковские очистные сооружения, у которых ушло немало времени, чтобы наладить работу системы очистки. Так и в этот раз, едва получив жалобы от жителей на отталкивающий аромат, руководитель районной администрации поспешил на очистные с проверкой. Однако оказалось, что в этот раз сооружение ни при чем. Прошел, проверил, вижу штатно. Проблем здесь нет. Значит, будем искать где-то или по канализационным колодцам, или по канализационным коллекторам где-то идет поступление неприятного запаха атмосферы. Мы сейчас проверим, посмотрим, что еще у нас делается вокруг, на всех наших колодцах. Может быть, где-то открыты канализационные люки. Уровень содержания кислорода в воде главного элемента очистки – аэротенках около 5 мг на метр кубический, что вполне соответствует норме. Воздуходувное оборудование работает, однако руководство межрайонного водоканала планирует продолжить реконструкцию. Областной бюджет выделил 133 миллиона. Мы полностью меняем воздуходувное оборудование, мы меняем центрифугу, цехи мехобезвоживания осадка. То есть самые такие вонючие вещи должны убраться. Также у Щелковского межрайонного водоканала по направлению очистных заключен договор с Роспотребнадзором. Пробы воздуха отбираются и проверяются ежедневно. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».